Всем привет, с вами Юми Елея. Будем смотреть видос от Ван Ду СССР против России. Интересно будет, о чем вообще будет видос. Наверное, это будет все как-то воплощено в скетчи, а именно это сравнение. Не забывайте заходить и подписываться на мой инстаграм. Мне будет безумно приятно, потому что постепенно, вот, помаленечку, потихонечку мы с вами приближаемся к тому, что у нас там будет скоро 100к подписчиков. Да, еще долго до 100к, но все же мы к этому приближаемся. Поэтому заходите, подписывайтесь, поехали! Телевидение. Россия. Да чё ж за фигня такая? 630 каналов 4К, смотреть нечего. СССР. О, сегодня в 18.00 будут показывать «Иван Васильевич меняет профессию». С удовольствием пересмотрю в 55-й раз. Еда. СССР. Чё-то как-то лук слишком крупно порезан был. Россия. Дошик! Не, ну не все готовят, прям только дошики. Развлечения. СССР. Ух ты. Это радио такое, да? Блин, я смотрела видос челика, который был в Северной Корее, и там под прикрытием вот такого же радио, по-моему, там точно-точно такое же было, поставили ему в номер прослушку. Немного жутко, если честно, видеть сейчас такое радио вот, в видосе. ТикТок? О боже! Тип-топ. Представление о будущем. Вот честно, я не знаю. Напишите подробнее о ТикТоке, если вы там сидите, чем вас эта соцсеть привлекает, потому что я сколько там не сидела, меня ТикТок особо не впечатлял никогда. СССР. Вот, думаю, лет через 30 у нас появятся летающие машины. Россия. Вот думаю, тактики. Ой, спасибо. Будешь угорать, отвечай. Лет через 30 у нас появятся летающие машины. Кино. СССР. Кстати, я слышала, что в Японии уже была создана летающая машина, и она взлетала там на какую-то небольшую высоту и была в воздухе, блин, минут 5, что ли, если не ошибаюсь. Ну, не так долго, но это уже все равно прорыв, это круто. Вот умеют же у нас кино снимать. А! Россия. Да. Вот умели же у нас раньше кино снимать. Да. Песни. СССР. Россия. Это клип Тимати, который я так и не увидела и не услышала. Мечты детства. СССР. Я мечтаю стать милиционером или космонавтом, потому что это действительно нужные профессии. Россия. Угу. Я хочу стать стримером и делать реакции на различные видосы, ну, потому что там немного будут донатить. Досуг. Нормально. Кстати, я слышала, что был опрос, где у детей в России спрашивали, кем они хотят стать. И огромное количество детей, подростков, хотели стать именно стримерами и блогерами. СССР. Как интересно. Вот. А ведь раньше это даже не воспринималось как какая-то профессия. Я когда родителям сказала, что я там типа ютубом занимаюсь, они, ну, это серьезно даже не восприняли. Следующую. Россия. Блин, это про Эмилию. Не, я когда была мелкая, хотела стать кассиршей. Я рассказывала об этой истории на втором канале. Если интересно, заходите, смотрите. Прикольно. Ну давай второй сезон посмотрим. Сообщение. СССР. Письмо. Дорогая моя, пишу тебе письмо, чтобы поинтересоваться, как обстоят твои дела. Ведь так давно с тобой не виделись. В честь этого хочу процитировать Бродского. Россия. Ну привет, чё? Как дела? Я вот целый день валяюсь, а ты чё делаешь? Доставка еды. Россия. Блин, жрать охот. Надо заказать. А вот доставка. Мне, пожалуйста, большую пепперони. СССР. Что-то кушать хочется. Надо заказать. Мам, приготовь борщ, пожалуйста. Учеба. СССР. Неплохие такие заказы пищи. Опять двойка. Надо вывести ее из дневника. Блин, я помню, так же делала, только не с двойкой, а с чем-то другим. Но у меня не было двоек в дневнике. О, вроде незаметно. Россия. Блин, опять двойка. Ну окей.
не так я тоже делала. Вообще, я вырывала страницы в дневнике, когда я косячила, как-то криво заполняла. Я перфекционист долбанный. И поэтому я либо вот так вот затирать пыталась лезвием, либо вырывала. Ты идиот. Я в электронном дневнике уже давно все увидел. Спорт. СССР. Так, теперь во двор на турники. Россия. Играть пойдет, да? Киберспорт? Ну, так киберспорт и знал. Тоже спорт. Холодильник. Россия. Блин, опять жрать нечего. СССР. О, сегодня пирую. Друзья, набираем 130 тысяч лайков, и мы снимаем новый Versus. А также обязательно подписывайся на наш канал и пиши в комментариях, какой ролик хочешь увидеть. Вообще, очень классная задумка, и воплощено топово. Мне безумно этот видос понравился. И тут такая даже отсылочка была на меня. Ну, про стримеров, реакций. Эх, но видос топ, мне нравки. Хочу побольше видеть таких сравнений, и в будущем, думаю, посмотрю молодой-старый. Может, на следующем стриме. Кто знает?